Дороги в Тюмени после аварии на сетях будут ремонтироваться качественнее. С этой целью в администрации ввели новый порядок на проведение восстановительных работ. Раньше укладкой асфальта и другого дорожного покрытия занималась та организация, по вине которой пришлось раскопать участок, водоканал или тепло Тюмени. Сейчас ремонтом будут заниматься только подрядчики, заключившие соответствующий договор с администрацией города. Внесли изменения и в правила проведения работ зимой, чтобы повысить привлекательность для инвесторов. Станет возможным проведение в зимний период земляных работ, связанных с технологическим подключением к инженерным коммуникациям, но обязательно с примечением только метода горизонтально направленного бурения.